Теперь меня слышно? Итак, если меня слышно, пожалуйста, поставьте в чат плюс. Замечательно. Теперь хорошо. Так, начинаем. Для начала представлюсь. Зовут меня Котин Александр. Я аналитик официального партнера Альпари в Екатеринбурге. Наш семинар выходит в 10 часов по московскому времени ежедневно. Сегодня у нас понедельник, и семинар называется «Краткосрочный волновой анализ валютных пар и золота». В Екатеринбурге прекрасная осенняя погода, идет снег. Даже на эту тему у меня вспомнился один старый анекдот, который наверняка большинство из вас знает. Но я потом его расскажу. Давайте начинать. Хотелось просто как-то разрядить обстановку. Итак, переходим непосредственно к графику. Анекдот, естественно, про трейдеров. Сидят два трейдера, один смотрит монитор, один в окно, и один говорит, тот, который смотрит в окно: снег падает. Второй: продавай. Наверняка вы его слышали. Итак, давайте перейдем к графикам. Евро-доллар. На дневном таймфрейме мы по сей день находимся в третьей волне, и я больше склоняюсь к тому, что это падение, оно может продолжиться. Давайте переместимся на часовик, или как минимум на 30 минут, для того, чтобы оценить возможности движений на сегодня. То есть, что мы вообще сегодня можем ожидать. Здесь стоит разобрать следующее, что было до этого и что мы видим вот здесь. Я бы предположил, что вот это движение выглядит в виде полноценного пятиволнового импульса, точнее представляет из себя полноценный пятиволновой импульс. 1, 2, 3, 4 и 5, потому что здесь была максимальная движущая сила. Да, если даже вы его откроете в правильном масштабе, то будет видно, что здесь 166 баров, ну 20 минут давайте возьмем, будет как раз нужный период. Вот. Очень хорошо видно, что здесь происходит. Вот. Если это полноценный пятиволновой импульс, а здесь была коррекция этого импульса, то я бы рассматривал возможности для продаж. И рассматривал бы возможность появления еще одного импульса вниз, уже вот в этом нисходящем движении. Давайте проверим, насколько это возможно. Для этого нам нужно открыть вот это движение, точнее вот этот импульс в правильном масштабе, и соответственно здесь мы увидим 200 баров, это много, возьмем 12 часов. Вполне вероятно, почему? Потому что если вот на 12 часах мы будем смотреть этот импульс, то в этом импульсе будет 146 баров. А если бы мы взяли масштаб чуть побольше, то есть между где-то 8 и 12 часами, то увидели бы здесь пересечение через 0, скорее всего. Но уже даже на 12 часах видно, что здесь есть фрактал. И очень возможно, что здесь может развиться еще один импульс нисходящий. Как бы даже то, что мы видим на 30 минутах, скорее всего, это уже первый полноценный импульс в этом движении. Поэтому я бы рассматривал возможности здесь для продаж, ну, скажем так, с большей вероятностью рассматривал бы возможности для появления еще одного импульса. Потому как все-таки, скорее всего, вот это движение от минимума пятницы до там, максимумов сегодняшнего дня, скорее всего, это коррекция вот этого движения, то есть вот этого импульса. 12-часовой, прошу прощения, британский фунт, дневной таймфрейм, мы видим здесь развивается первый нисходящий импульс, и если мы будем рассматривать сейчас примерно 4 часа,
или там 6 часов, ну давайте 12 возьмем, для того, чтобы оценить весь импульс. Здесь 128 баров, и, соответственно, я бы предположил, что вот этот последний импульс в этом во всем импульсе, вот начавшийся от 19 сентября, он еще не завершился. Давайте его откроем в масштабе, опять же, возьмем от 19 числа до текущих значений, ну, практически 100 баров, и что у нас было здесь, вот в этом движении от максимума, это импульс или нет? Вот на этот вопрос мы сейчас ответим. Здесь 9 октября максимум, открываем этот импульс где-то примерно вот так. Сколько здесь баров? 81, это маловато, давайте возьмем 15 минут, чтобы уложиться. Вот. Скорее всего, это полноценный пятиволновый импульс. Вот. 1, 2, 3, 4 и 5. Возможно, это так, потому что здесь у нас максимально движущая сила, здесь переворот через нулевую линию. И очень возможно, что это пятая волна в этом импульсе. Вполне возможно. Поэтому, возвращаясь где-то обратно минут на 30, я бы подождал завершения вот этой коррекции. На мой взгляд, она еще не закончилась, потому как внутри здесь я не вижу полноценного импульса, я его открывал. Но сейчас открою и вам тоже это продемонстрирую. То есть, если бы это было новое движение вверх, то здесь был бы полноценный пятиволновой импульс, как минимум. Он бы здесь формировался. Конечно, он может еще здесь появиться. Может быть, собственно говоря, все что угодно на рынке. Так, но пока я вижу, что два импульса. И пока я, наверное, рассматриваю это как А, Б и С, возможно. Потому что даже если мы сейчас обновляем максимумы, уже сегодняшние, то вполне вероятно, что это будет пятая волна вот во втором движении, то есть вот в этом импульсе. Вполне вероятно, поэтому я бы рассматривал возможности здесь для дальнейшего падения, то есть рассматривал бы вот это вот движение, которое началось на минимуме в пятницу, и вот до текущих значений рассматривал бы это движение как коррекцию. Вот. Поскольку, глядя на там, 4 часа, я не вижу завершения последнего вот этого импульса большего порядка. Швейцарский франк. На дневном графике мы видим 1, 2 и 3. Соответственно, мы должны оценить последний импульс, рассмотреть возможности сегодняшние, что нам сегодня рынок здесь может преподнести. Итак, на прошлой неделе мы рассматривали возможность того, что здесь только в коррекции первый импульс. Но, однако, надо оценить вот от минимального фрактала до максимального фрактала, что здесь, вот тут, вот в этом движении, что тут было. Если здесь есть полноценный пятиволновой импульс, то вполне возможно, что коррекция-то уже завершилась. И давайте просто откроем его в масштабе, вот так вот. 91 бар, ну вот возьмем 15 минут, где будет от минимума до максимума 124 бара. Вот он начался здесь, 1, 2, 3, 4, 5. Вполне вероятно, что это полноценный пятиволновой импульс. А вот это была коррекция А, Б и С. Очень возможно. И если вот здесь, от этого фрактала, вот до этого фрактала уже есть полноценное пятиволновое движение, то вполне возможно, что здесь можно заходить, точнее, можно ожидать движения вверх. Я не даю торговых рекомендаций, просто иногда бывает, я за собой замечаю, что у меня такое проскакивает, но потому что все-таки я, скажем так, на рынке совершаю сделки, а не просто делаю аналитику. И поэтому, ну вот он, его же видно уже. На минутном графике 169 баров. Вот на максимальное АО и так далее. То есть, если, собственно, мы вот этот минимум не пробиваем, то вполне возможно, что нам стоит перейти на 30 минут и здесь задуматься о том, что, вероятно, здесь будет формироваться новый восходящий импульс. Но это под вопросом, конечно. Так. Австралийский доллар предпринял попытки в пятницу обновить минимумы, но этого ему сделать не удалось.
Поэтому я все-таки предполагаю, что пока что австралийский доллар находится в четвертой волне. И после ее завершения на дневном таймфрейме может появиться еще один импульс вниз. По крайней мере, я не исключаю такого развития событий. Далее мы переходим на 4 часа для того, чтобы оценить ситуацию здесь. И, соответственно, нам нужно оценить последние движения от максимального до минимального фрактала. По крайней мере, вот тут. Посмотреть, что здесь происходит. Так, если мы открываем это движение в нужном масштабе, то я бы расценивал здесь возможности для дальнейшего дальнейшего падения, поскольку вот это движение, оно является полноценным пятиволновым импульсом. Это видно очень хорошо. 1, 2, давайте, да, я даже могу разметить, это абсолютно несложно сделать вот так, потому что здесь у нас есть переворот через 0, во-вторых, у нас здесь 120 баров на 20-минутном таймфрейме, и внутри даже третьей волны тоже видно характерную структуру именно для третьей волны. Ну и стоит оценить то, что происходит вот тут, вот в этом движении, потому что это движение может быть коррекцией вот этого импульса. Минимум был здесь, вот тут, то есть сегодня по времени терминала в 2 часа. Времени терминала в 2 часа. Так. И, скорее всего, это А, Б и С. То есть, если это так, то вполне вероятно, что мы можем увидеть новое движение вниз. И в этом случае мы будем говорить о том, что все-таки четвертая волна здесь завершилась. И мы ожидаем еще один полноценный импульс вниз, в котором первый импульс уже сформировался. Японская иена до сих пор находится в коррекции, но все-таки как я определяю временные промежутки, давайте с вопросами попозже. Сейчас я просто сделаю обзор по плану, да, просто у нас есть определенный регламент проведения данных семинаров. Семинар рассчитан на 30 минут. Сначала я рассказываю по плану, потом я отвечаю на все ваши вопросы и там разбираем что-то, что вас интересует. Вот. Какие-то валютные пары, которые, допустим, вам интересны. Обычно мы так и делаем. Просто я сегодня в самом начале этого не обозначил. Так, и вот на японской иене, соответственно, мы видим здесь коррекцию. Соответственно, нам нужно, во-первых, весь этот импульс открыть в нужном масштабе. Это, кстати, и будет ответом на ваш вопрос. Нам нужно от начала импульса до текущих цен взять от 100 до 140 баров. Для этого мы берем 12 часов. Именно здесь у нас и будет такое количество баров. И мы увидим первую волну, вот она, максимальную движущую силу в третьей волне, переворот через 0 в четвертой волне. Это будет означать, что после этого очень вероятно будет еще один импульс вверх, который эти максимумы обновит. Когда? Сказать сложно. В среднесрочной-долгосрочной перспективе, потому что график — это достаточно такой большой масштаб. Вот. Поэтому нам нужно оценить этот импульс последний, который вот вниз у нас идет. А я говорил, что он еще не закончился. Мы его с вами разбирали на прошлой неделе. Его нужно открыть тоже в таком же масштабе. Вот мы берем двухчасовой график. Сколько у нас здесь баров? 68. Значит, нужно взять час. А на часовом графике у нас от начала до завершения, до текущих цен, точнее, 137 баров. Значит, вот это и есть тот самый правильный масштаб, в котором нам нужно этот импульс оценивать. Что мы здесь видим? Я говорил, что очень возможно, что в последнем импульсе здесь завершения нет, и что мы еще можем обновить вот эти вот минимумы от там 9 октября. Это и произошло сейчас, но это еще не последний импульс вот в этом импульсе. То есть нам нужно открыть вот отсюда теперь вот это движение точно так же в масштабе. Для этого мы возьмем 30 минут, и что мы здесь увидим? Здесь 122 бара. Мы увидим, что АО здесь нарастает. А если АО нарастает, значит, это первая, вторая, только третья волна в пятой волне. Вот так. Вот так. А это значит, что очень возможно, что здесь произойдет коррекция вот куда-то вот сюда, к
куда вот сейчас цена направляется, куда-то вот, вот к этому минимуму. Да? И отсюда может появиться еще один импульс вниз. Вот в этом импульсе, в последнем импульсе вот этого всего движения. И тогда мы уже на 2 часа перейдем и будем 2 часа смотреть. Или там полтора часа нам построить нужно будет такой таймфрейм, там 90-минутный. Вот и все. Поэтому я не исключаю того, что здесь коррекция вот этого дневного таймфрейма, она еще не закончилась. Что еще может быть движение вниз? Так, канадский доллар. Здесь мы говорили о чем? О том, что здесь развивается пятая волна, которая ориентировочно может достичь максимумов марта этого года, которые отмечены вот этим вот уровнем 1.1281. И нам нужно оценить этот последний импульс. А эти максимумы обновлены еще не были. А как известно, пятая волна, она идет всегда выше третьей волны. И не бывает усеченных волн, которые там описаны в классическом волновом анализе. Это не совсем, скажем так, верная информация. Усеченных волн не существует. То есть пятая волна всегда идет выше третьей. Вот для того, чтобы оценить этот импульс, нам нужно опять же открыть его в масштабе. То есть взять 12 часов. И вот на 12-часовом таймфрейме мы увидим здесь 142 бара, то есть нужный нам масштаб. 1, 2, 3, 4 и 5. То есть вот максимальная движущая сила в третьей волне. Это переворот через ноль, это внутри третьей волны была четвертая и пятая волна. И вот это движение последнее, вот от минимума 29 августа, это все полноценный пятиволновой импульс, который является пятой волной всего вот этого движения. Но вопрос в том, что если мы уже этот импульс открываем в масштабе, здесь мы видим практически 100 баров, мы видим максимальную движущую силу вот здесь, а не тут. Да? Ну, даже если это так, мы можем сказать, что это 1, 2, это 3, это 4, она как раз-таки вот, это вот, вот этот минимум падает вот сюда, вот на этот максимум. Ну, немного за него заходит, такое бывает. Когда четвертая волна заходит за максимум там, первой волны, да и то, ну, случается такое. Вот. Но вот в этом движении, в последнем, там завершения еще нет. Хотя мы могли сказать и так, 1, 2, 3, там, 4, 5. Но не бывает максимальной движущей силы там, в пятой волне. И, точнее, не бывает движущая сила меньше, чем в первой волне, в третьей волне, если мы говорим вот об этом. Вот поэтому ну, достроится этот импульс, может быть как-то по-другому, может быть все-таки здесь будет максимальная движущая сила, потому что на 12 часах здесь все-таки мало баров, здесь 61 бар. Вот, поэтому я рассматриваю сейчас 8 часов, там где ну, почти 100 баров. И здесь я бы ожидал обновления максимумов вот этих вот 1, 12, там 78. Почему? Потому что опять же вот в этом движении вот максимума 3 октября до минимума 9 октября. Здесь видно, что это коррекция была А, Б и С. И вполне возможно, что здесь развивается полноценный пятиволновой импульс. Так, недельный график. Новозеландский доллар к американскому. Здесь также американский доллар укрепляется. И он уже достигает уровня 0.7642. Вот. И вполне возможно, что, ну, так как здесь максимумы все-таки обновлены не были, что все-таки здесь это может быть А, Б и С. Может и такое быть, но я пока, скажем так, вперед так далеко смотреть не буду, поэтому мы будем оценивать то, что происходит в последнем вот в этом импульсе. Для этого мы перейдем как минимум на дневной таймфрейм. Здесь 66 баров и возьмем 12 часов для того, чтобы оценить этот импульс в правильном масштабе. Здесь 134 бара и очень хорошо видно, что здесь только третья волна закончилась. Потому что сейчас АО приближается к нулю и соответственно здесь мы видим минимум вот где, это 29 сентября и видим, что здесь очень возможно, что это только четвертая волна внутри третьей волны. Потому что если мы откроем весь вот этот импульс в
правильном масштабе, это где-то нужно 8 часов взять. Здесь будет 126 баров. Ну, так и есть. То есть это четвертая волна, только внутри третьей волны. И поэтому я бы ожидал здесь все-таки обновления минимумов. Еще раз. То есть вот этих вот. От 29 сентября. Поэтому давайте перейдем примерно где-то минут на 30. Минут на 30. Вот так. 100. Так, здесь 77 баров. Вот 20 минут надо взять. Это мало. Это мало. И вот здесь 116 баров на 20-минутном графике. Вот она первая, вторая, третья, четвертая и, соответственно, пятая волна. В ней тоже всю структуру видно в последнем импульсе. Вот. Скорее всего, это была коррекция этого импульса. Я бы ожидал также движения вниз здесь. Появление очередного нисходящего движения. То есть еще одного импульса. То есть как бы один, два и вот там три. Вот. Дальше идем золото. Золото пока еще не обновило минимумы от 16 июня 2013 года. Я думаю, что это все-таки произойдет. И поэтому мы оценим вот этот последний импульс. Тут была сложная коррекция на недельном таймфрейме. Оценивая последний импульс, можно сказать, что он начался на максимуме 10 июля. Здесь как раз таки на 12-часовом графике 133 бара. И вполне вероятно, что это четвертая волна. И я не исключаю того, что сегодня начался именно второй импульс в этой коррекции. И поэтому мы берем и открываем это движение на, ну вот, от минимума 6 октября в нужном масштабе. Где-то примерно надо взять часовой график. Я не исключал того, что здесь может появиться еще движение вверх. Вот. Но как только эта коррекция закончится, нисходящий тренд продолжится. Скорее всего, так и может быть. Вот. Поэтому здесь я не исключаю того, что сегодня появился у нас второй импульс в коррекционной волне. То есть вот как бы А, Б и С. Давайте такую разметку сюда и нанесем. Вот. И это будет волна С четвертой волны. Ну, как бы она только еще развивается здесь. То есть очень возможно, что в ней только там первая волна и так далее. Обычно золото я вообще не смотрю ниже 4-часового таймфрейма. Ну, потому что очень волатильный инструмент. И внутри дня там очень много будет различных волн под волны и мелких импульсов и так далее. То есть даже я их обычно и не разбираю, потому что на 4 часах, там, на дневном графике, основное движение, его видно очень хорошо. С серебром ситуация следующая. Здесь мы обновили минимумы 2013 года. И в последнем импульсе развивается третья волна, завершения в которой пока еще нет. То есть возможности для какого-то падения как минимум здесь существует. То есть по инерции цена может еще скатиться чуть ниже, то есть дать там коррекцию и, возможно, там даже четвертую волну, потому что даже внутри третьей волны я вижу только 1, 2 и 3. То есть это только вот третья, внутри третьей. Ее видно очень хорошо и по АО, и по фрактальной структуре, и по аллигатору, который, кстати, для этого и нужен, для того, чтобы определять коррекции и волны. Вот. А какие у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Так, сейчас проверим, есть все хорошо со звуком. Звук есть. Напишите, пожалуйста, что есть звук, чтобы Сергей прочитал ваше сообщение и понял, что есть звук. Так, евро-австралиец. Давайте посмотрим. Пара интересная. Одна из самых волатильных пар на валютном рынке. Давайте начнем с дневного таймфрейма и определим, что здесь
или там как минимум с недельного. Потому что здесь у нас есть разметка, которая сохранилась, и она нам поможет в определении того, что здесь происходит. Спасибо, что вы откликнулись. Скорее всего, здесь 1, 2, 3, 4. И если здесь у нас завершилась четвертая волна, а мы когда-то с вами говорили о том, что возможно, да, она здесь закончилась, что она подходит к завершению, как минимум, то нам нужно рассматривать вот этот вот импульс, начавшийся вверх. Потому что если мы его откроем на дневном графике, если мы его откроем в правильном масштабе, даже тут на 12, на 8 часах, точнее, мало баров, мы подберем масштаб таким образом, чтобы здесь было нужное количество баров. Обратите внимание вот сюда. То, что мы обновили максимум, и то, что вот здесь есть одна дивергенция, вторая дивергенция, третья дивергенция, это подробности, характерные для третьей волны этого движения, переворот через ноль, это признак, характерный для четвертой волны. И то, что мы здесь видим уже в последнем импульсе, который мы сейчас обязательно откроем в правильном масштабе, где-то примерно нам нужно взять... Давайте сначала возьмем 30 минут. Здесь 166 баров, это многовато. И возьмем часовой график после этого, где мы увидим примерно 90. Но при всем при этом у нас будет максимально движущая сила вот здесь. Давайте возьмем линейный таймфрейм. Ой, линейный график, точнее. На линейном графике мы увидим вот этот первый толчок, коррекцию, и второе движение. И потом коррекцию прямо вот сюда, даже чуть ниже. А такое бывает. Здесь я бы сказал, что я бы разметил это движение следующим образом. Давайте пока оставим так, а потом посмотрим, что будет. Вот так. 1, 2, 3, 4 и 5. Доллар-рубль тоже посмотрим обязательно. Он у нас запланирован. Так, вот. Так как здесь есть дивергенция между вот этим импульсом и вот этим импульсом, вполне возможно, что вот здесь закончилась третья, четвертая и пятая волна. Так как мы обновили еще и максимумы на старшем таймфрейме. Но это первый импульс только лишь вот в этом новом движении. То есть, если он сейчас вполне возможно, что здесь может появиться коррекция, но потом будет еще и третья волна. То есть, первая, вторая, там третья. И вполне возможно, что это движение, оно сориентировано вот сюда, вот, к максимуму 19 января этого года. И, соответственно, здесь вот этот весь импульс может завершиться. Вот так. Я бы предположил именно это. Поэтому на 30-минутном таймфрейме давайте вот это еще посмотрим, что это такое. Если это полноценный пятиволновой импульс, то, скорее всего, это только первый импульс в коррекции. В коррекции всего восходящего импульса на там, 6 часах. Очень возможно. Не буду утверждать, но вполне возможно. Коррекция до какого уровня возможна? Ну, смотрите. Обычно, куда коррекция приходит. Есть такое понятие целевой зоны. Понятие целевой зоны, вот если мы импульс в масштабе смотрим и говорим, что вероятно он завершился, вероятно он подходит к концу, то обычно, если здесь начинается какое-то коррекционное движение, при условии, что мы снова максимумы не обновляем, чего тоже исключать нельзя, да, потому что ну вот, целевая зона, она находится, я неправильно построил Фибоначчи, вот надо здесь нолик сделать, а здесь 100. Между 38,2 и 61,8, где-то вот тут. Но коррекции бывают разные. Они бывают и плоские, и неправильные, и так далее. Поэтому Фибоначчи я особо не пользуюсь. Так, доллар-рубль. Доллар-рубль. Ситуация следующая. Вот здесь мы как раз-таки находимся в целевой зоне, которая построена следующим образом. Мы взяли сумму первой и третьей волны, то есть вот это расстояние, и отложили его от минимума четвертой. И между 61,8 и 100% от этого движения у нас появилась целевая зона. Но надо понимать, что, конечно же, он может и выше пойти.
то есть выше там 40-64, потому что максимальная точка этой целевой зоны, она как раз таки находится на уровне 40-64. Вот. Поэтому нужно вот этот последний импульс, вот этот вот, который мы видим сейчас на дневном графике, здесь 76 баров, его надо более подробно изучить. Для того, чтобы его подробно изучить, нужно его открыть на 8-часовом графике, который я построил специально здесь. Здесь и то уже будет 147 баров. Его надо обновить, конечно, он не обновленный. Сейчас мы это сделаем. И, соответственно, вот, он у нас достроился. Здесь стало баров практически 153. Ну, ничего страшного. Тут видно очень хорошо, что здесь был первый импульс, второй импульс, и вот третий, третья волна точнее. Первый импульс и второй импульс. То есть 1, 2 и 3. Вот. Но в этом случае нам нужно рассмотреть еще и вот последнее движение. Я его открываю на 4 часах, и мы видим здесь переворот через ноль и дивергенцию. Но баров здесь много. Здесь их 170. Поэтому здесь бы взять часов 5-6, но вот этот таймфрейм здесь придется строить. Вот. А я бы просто не хотел сейчас тратить на это время. Вот. Денис, вы мне задаете очень хороший вопрос. Посоветуйте литературу и сайты, но я такой жадный до информации человек, что рассказывать о том, что почитать и так далее. Сайты точно никакие читать не надо. Нужно читать авторов всегда. Вот я вам задам направление, а дальше вы уже по этому направлению пойдете самостоятельно. Открываете книгу Билла Вильямса «Торговый хаос» и «Торговый хаос 2». На тему Вильямса никаких сайтов, никакой интернет, пожалуйста, не читайте. Потому что там очень много ложной информации написано. И, соответственно, авторская информация, она искажена. Вот. Я так понимаю, что вы впервые смотрите мой семинар по анализу, по данному анализу. Поэтому давайте сделаем так. Кроме вас здесь еще есть те, кто смотрит мой семинар впервые. Для того, чтобы вы меня понимали, я не хочу вовсе, скажем так, чем-то хвастаться, что я чего-то знаю. Я знаю не больше, не меньше, чем нужно. Вот. Вот я вам в чат сейчас отправляю сообщение, которое я зачитаю. Чтобы получить запись семинара, у меня есть запись одного моего семинара, как применять волны Элиота, отправьте мне, пожалуйста, письмо с темой для Александра на адрес, который вы видите на экране, ikat@alpari.ru. В теме письма напишите, точнее, в теме письма напишите для Александра, а внутри письма напишите номер своего личного кабинета, так как данная запись, она предоставляется только для клиентов компании, для тех, у кого как минимум есть личный кабинет. Это во-первых. Во-вторых, вот Игорь мне задает вопрос, сколько должно быть баров в одной волне. Вы его задаете неправильно, не сколько должно быть баров в одной волне, а какой таймфрейм вы должны подобрать, чтобы увидеть импульс в масштабе 140 баров. Вот так. Вот тот таймфрейм, на котором вы увидите импульс в масштабе 100-140 баров, и будет нужный и правильный таймфрейм. Сегодня, понимаете, семинар не обучающий, и это просто аналитический семинар, мой обзор, который выходит ежедневно, записи которых, кстати, вы сможете посмотреть на канале Альпари в YouTube. Соответственно, некоторые записи я выкладываю вот в нашей группе ВКонтакте, адрес которой вы видите на экране, и этот же адрес я вам сейчас отправлю в чат. Вот. Поэтому по поводу литературы я сказал, также все ссылки там на, скажем так, авторский сайт. В основном вся информация на английском языке, которую я изучал, она
скажем так, не бесплатная была для меня. Вот, поэтому как бы я делюсь только основами. А дальше уже вы можете самостоятельно разобраться. То есть тот семинар, который вы от меня получите, я вам советую эту запись внимательно посмотреть. Если у вас появятся вопросы, вы всегда их сможете мне задать. Вот. Я просто на этом хочу с вами сейчас попрощаться, поскольку время нашего семинара, время, отведенное для трансляции, уже подошло к концу. Встретимся с вами завтра, также в 10 часов по московскому времени. Да, и, кстати, завтра еще будет семинар «Среднесрочный анализ валютных курсов» в 15 часов по московскому времени. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам на сегодня успешных сделок и хорошего дня. До свидания.